рада видеть вас на моем канале. Если вы решили начать зарабатывать на криптовалюте, то выбор биржи для торговли монетами будет неотъемлемым этапом начала вашей деятельности. На текущий момент существует более 250 бирж, и даже самым опытным пользователям иногда сложно определиться, какую же биржу выбрать. В этом видео мы расскажем об одной из немногих бирж, ориентированной на пользователей Восточной Европы – украинской бирже Куна. Куна Exchange – это украинская биржа криптовалют, запущенная в 2016 году главой инициативной группы Bitcoin Litens Ukraine и сооснователем Bitcoin Foundation Ukraine – Михаилом Чабаняном. Площадка ориентирована на трейдеров из Украины и других стран СНГ. Отлично подходит для новичков благодаря своему простому функционалу. Есть внутренний токен биржи Kun. Команда позиционирует свой проект как лучший способ покупки и продажи криптовалюты в Восточной Европе. Куна начала свою деятельность не так давно. Первые торги были проведены в 2016 году. Основная стратегия развития украинской биржи Куна Exchange направлена на создание удобной торговли, а также внедрение разнообразных проектов для внутреннего и внешнего рынка Украины. На текущий момент Куна.io насчитывает более 43 тысяч пользователей и имеет суточный оборот более миллиона долларов. Куна предоставляет возможность торговать на 42 парах. При этом основным активом, с которым работает биржа, является пара биткоин-гривна. На бирже установлена единая комиссия, как для мейкера, так и для тейкера 0,25%. Но также есть возможность получить особый статус аккаунта, благодаря которому комиссии на любые операции для пользователя будут нулевыми. На бирже предусмотрен автоматический ввод и вывод монет, а также установлены гибкие лимиты на сумму вывода. Для того, чтобы зарегистрироваться на Kuna Exchange, нужно зайти на официальный сайт Kuna.io, в окошке регистрации ввести адрес электронной почты, создать пароль, нажать галочки для соглашения с условиями, подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке из письма, отправленного на вашу почту. Прохождение всех шагов регистрации займет у вас не более минуты. Процесс верификации на Kuna.io отсутствует, поэтому сразу после активации аккаунта вам становится доступен весь функционал биржи. После регистрации сайт предложит вам настроить безопасность аккаунта с помощью нескольких опций. Для повышения уровня защиты личных данных пользователям предлагается подключить двухфакторную аутентификацию, а также включить оповещение о выполнении ордеров. Кроме этого, доступен просмотр истории посещений вашего аккаунта с помощью подменю входы. Также в этом меню есть возможность изменить пароль входа. Как уже говорилось выше, интерфейс достаточно понятен и прост. Для удобства пользователей вся информация, необходимая для работы с украинской биржей Kuna Exchange, сосредоточена в личном кабинете каждого юзера. Личный кабинет имеет 9 целевых разделов. Дашборд, где вы можете отслеживать баланс всех активов. Торги – раздел, предназначен для торговли криптовалютой. Активы – этот раздел создан для пополнения баланса и вывода средств. Куна-код – специальное меню для перевода активов между пользователями биржи. Рефералка – программа лояльности для постоянных пользователей биржи по типу «приведи друга». Пользователи могут получить до 75% от комиссии своих друзей. История торгов – консолидированные данные по всем транзакциям и операциям, проведенным на бирже. История ордеров – в этом разделе можно будет найти все ордера, которые были сформированы, но пока что не проведены в системе. Именно в этом разделе можно отменить ошибочную транзакцию, если это будет необходимо. API – раздел на этапе разработки. Настройки, персональные настройки аккаунта. Давайте узнаем, как можно купить биткоин на Куна. Все операции с валютами проводятся в разделе «Торги». В этом разделе пользователю сразу отображаются доступные пары для торговли, а также суточный график по каждой паре с шагом в час. На графике отображается цена и объем торгов. Все просто, лаконично и не перегружено лишней информацией. Процесс приобретения первой криптовалюты и альткоинов на платформе предельно прост. Давайте представим, что вы из России и собираетесь приобрести биткоин рублями с карты Visa. Алгоритм ваших действий должен быть таков. Заходите в свой аккаунт, находите вкладку «Активы», ищите в списке «Рубль», а затем кнопку «Депозит» в колонке справа. Выбираете из предложенных вариантов пополнения депозита тот, что оптимален для вас, то есть карту Visa. Верифицируйте карту в соответствии с инструкцией. Для этого ее надо будет приложить к экрану и сфотографировать. Дождитесь письма от администрации с подтверждением того, что карта верифицирована. Найдите ее на странице пополнения депозита рублями. Нажмите на кнопку «Пополнить» и направьте с карты на свой аккаунт желаемую сумму. Перейдите во вкладку «Торги» на пару биткоин рубль и посмотрите ордера под графиком торгов. Воспользуйтесь одним из имеющихся предложений, либо создайте собственный ордер с помощью синей кнопки «Купить биткоин» в правом нижнем углу графика. По аналогии с биткоином вы сможете приобретать также и другие криптовалюты. У Куна вполне лояльные комиссии. За пополнение счета рублями вышеописанным способом с вас спишут комиссию 0,5%. Обрабатывать транзакцию будет Kiwi Bank. Если ваша карта не привязана к их системе, в дополнение к комиссии Куна банк возьмет еще 2%. У Куна лимиты тоже достаточно
достаточно разумные. Они зависят не только от политики самой биржи, но и от ограничений, накладываемых платежными системами и действующим законодательством. При осуществлении транзакций с помощью карты Visa ежемесячный лимит составляет 250 тысяч гривен, а ежедневный – 150 тысяч гривен. Если данный лимит окажется исчерпан, можно просто создать новую карту и продолжить торги. И это еще один повод, побуждающий пользователей оставлять только позитивные отзывы о бирже Куна. Удобнее всего вам будет выпустить виртуальную карту MasterCard через PrivatBank. Если вам удобнее торговать с мобильного устройства, платформа предлагает пользователям продуманный интерфейс и обширный функционал для Android и iOS. Скачать приложение Куна можно с сайта биржи, воспользовавшись кнопками в правом углу над футером. Приложение грузится буквально за пару секунд, регулярно обновляется и работает бесперебойно. У биржи есть внутренний токен Кун, который применяется для оплаты про-аккаунтов и снижения комиссий. В системе предусмотрено три типа аккаунтов. Basic – бесплатный, комиссия и Maker и Taker равна 0,25% в месяц. Pro Maker – стоимость 10 кун в месяц, комиссия Maker 0%, комиссия Taker 0,25%. VIP Trader – стоимость 20 кун в месяц, комиссия Maker 0%, комиссия Taker 0,125%. Вывод на карту происходит быстро и удобно, осуществляется через Telegram-бота, если у вас есть карты Монобанка или Приватбанка. Вывод можно организовать как в гривнах, так и в валюте. Отзывы часто хвалят именно этот момент. Если вас заинтересовала данная биржа, я оставлю все необходимые ссылки в описании под видео. Всем спасибо за внимание!